Давай быстрее заживать и будем заниматься. Вот, вот, вот. Мой красавчик. Да, все, мало. Да, все. Все, ладно. Кто-то точит когти. Поднимаемся. Прикольное место получилось. А я тоже прихожу в себя, сил нету, какой-то упадок сил. Прям вот до сих пор хватит. Надо купаться, это в гости ко мне. Ой. Мне кажется, еще иногда еще на ночь покушаем. Может, пойду. Очень уже 12 часов, а я как валенок просто не могу собраться. Усталость какая-то. Ну ничего, сейчас купаемся. И все будет хорошо. Постирал, убрал клетку, помыл. Так, слегка коврик новый постелил. И здесь то же самое слегка. Мне почему показываю? Мне нравится. Тут уютно. Это я так быстро. А если хорошо все перемыть, вообще вот красотища. Вот эти корма есть убрать. Здесь уголочек просто. Еще бы печка работала. Было бы круто вот здесь сделать полочки. Постирал. Сегодня на релаксе, честно, чуть такой без сил. Хотел Валеру помыть, все убрал. Какахи-макахи. И это. И так и не решился, ребят. Потому что уже вот 3:30. Поздно я встал с дома, пока все убрал. Думаю, это с утра надо начинать. Потому что если я начну, это и коврики, все Валеры, это до вечера. А с утра такие вещи. Завтра будем заниматься. По поводу кошек. Не забыл. Отцу звонил. Просто отец не хочет... Ну, их должны были оттуда убрать со старого рынка, а их не убирают. Я говорю, па, ничего не знаю, ты обещал, давай. Он говорит, ну, в течение недели освобожу ларек. Я его уговаривал. Ну, что им работать, зарабатывать надо. Я говорю, па, давай, а то будем покупать другой ларек. Он говорит, хорошо. Так, нехотя, конечно. И это... Ну, как-то так, блин, так красиво показать. Ой, смотрите, как уютненько. Классно, да? Не надо сюда. Лето прошло, с этой стройкой ничего не успел. С собаками нормально не позаниматься, не погулять по территории. Ну, ладно. Успеем. Погода сейчас непонятная. Мастеров найти не могу, но я найду. Мы через трудности, но обязательно добиваемся своей цели. Значит, так должно быть. Главное вот здесь себя программировать правильно, что все хорошо, все получится. Идите сюда, спай. Керк, иди сюда. Ау, ау, что классно. Тихо, ты чё? Фу, блин, ты чё, гонишь, что ли? Полетела она на эмоциях. Нельзя, уйди отсюда. Всё, Киара, уйди. Бля, честно, чуть инфаркт не схватил. Бля. Какой спокойный был. Она как полетел, знаете, когда вот ластится, не смотрят уже, что вокруг.
Блин, капец, на эмоции меня вывели. Тапшрон, скутер Малько. Это тебе не Варданы. Добрый день, это да? Тебе не Варданы. Привет, дорогой. Наконец-то. Первый раз в жизни приехал. С какой ноги, говорят, заходит? С легкой? Да, давай. Все, готово. Красавчик, ребята. Ну, а Гопчик молодец у нас. Это ты у нас красавчик. А ты такой положительный парень, ты, с такой энергетикой, с моря. Короче, мы дружим, и он первый раз ко мне приехал просто. А обычно я приезжал сюда к ним на море. Скажи, тишина, все мальчики, девочки на месте. Я тебя посмею, хоть буду смотреть. Пойдем, брат. Все, не спать. Музыка, не мешай нам. Так смотрит, так интересно. Что за красавец? А я вот хотел сказать, посмотрите, вот такие у нас красавцы на морях живут наши пацаны. Всем привет. Муска, ну уйди, все, не... Муса, ну испач... Муса! Уйди, испачь! Муса! А ну иди! Ёп, макарю! Он тебя уже испачкал, слюну пусти. Вот так, брат, семей жить. Резко заскочил, если честно сказать. Забыл? Я думал, что он будет со мной делать. Так, уйди, Муса. Так, не подходи. Ну, блин. А ну иди отсюда, быстро, уйди. Быстро. И в этот момент... Впечатление, брат, впечатление. Ты первый раз у меня, пару слов на камеру. Все, бомба, ты большой молодец. Вот, чтобы так же все вперед, и уже через годик, чтобы все стояло, и мы тут зашли. И видели эту красоту. Да, вообще будет бомба. Спасибо, брат. А, ребят, кто успех помнит, Ишханчика, я приезжал, он тоже там строит. Пишите комментарии, кто помнит. Это когда я к Степе ехал, там было. У него еще лабрадор был квадратный, такой круглый. Он живой? Мак. Живой? Да. Он как, не лопнул вообще? Бомба еще не лопнул. Такой же, да? Толстый. А почему он толстый, брат? Стерилизован. А, из-за этого? Да. Сразу вот после стерилизации такой стал полный. Ну, вот начал, а до этого не было. Короче, да, вот. До этого не было. А начала поправляться, ну, в общем, сейчас. Это девочка? Девочка. Слушай, да. Идуся у нас уже стерилизовали, сразу бочка стала. Вообще-то квадратная, блин. Видят, что за кабанчик, все-таки говорят. Все-таки стерилизация. Что за кабанчик? А кабель у меня вот колобок нормально. Стерилизовали. Вот такие, пожалуйста. Поэтому имейте в виду. Все, Шханчик, иди домой. Почему так снимаешь, чтобы вы больше видели таких хороших людей, хороших пацанов. Правильных пацанов по жизни. Мужчин настоящих. Ты же комментарии не пишешь плохие. Что там сказать? Мне. Всем всего хорошего. Успеха, да, в жизни. Добивания своих целей. И только вперед, только и вперед. Так, все будет у вас хорошо. Да. Идите вперед в свои цели. И красавчик, все будет у вас четко. Все, мы обязательно приедем к нему. Еще есть. И видео еще снимем. Да, да. Все, Ишханчику. Счастливой дороги. Аккуратно. Все. Варданы, привет, пацанам. Окей. Давай, Стась, давай, не прозевай. Направо, стой. Вперед, Сочи. Давай, только направо, а не вперед. Нормально. Давай, на связи, брат. Давай. Ой, ребят, какие такие теплые встречи, просто красавец Ишханчик наш. Все время Варданы, Хобза, года 3 точно, я там тусовался. Там меня ребята знают, там было весело у нас. Вот так вот. Блин, классно. Посидели, пообщались. Очень. Он всегда был очень целеустремленный. Парень, поэтому. Ну, кайфую. Вот, нам есть о чем поговорить. О бизнесе, о делах. Молодец, молодец. Очень предприимчивый и очень деловитый парень. Хотя молодой. Ну, уже семья у него есть. Короче, идите, да не будете сидеть. Все, колобка. Не драконьте колобка. Все, Шханчику счастливой дороги.
Это вот душевные пацаны от души, знаете, вот это вот про Ишхан. Так, ладно, пойду я тоже. Сегодня у меня, ребят, выходной, слава тебе, Господи, и у работников, и у меня сегодня выходной был. Нари-дари-дари-дам, тай-дари-дари-дам, тай-дари-дари-дай-дам. Молодец, молодец, ты пришло, ты пришло, ты пришла, ты пришел. Ты пришел, брат. Ара, иди, моя радость моя, иди, на, кушай. Ара, ара, на, ара, ара, ара. Чертила, блин. Все, Багиру поместили сюда, умничка, сама залетела, молодец. Все, не надо, потому что утром они могут повязаться, утром и вечером они хорошо вяжутся, потому что она уже начала течь. Лучше отсажу, чем потом щенки будут. Или буду думать, повязал, не повязал, мир. А этот уже следит за ней, посмотрите. Ну, Мусор, ты просто шик. Ты шикарный, ты, мир. Муса, это просто красавец. Надо двери закрывать, эту сетку убирать. А давайте я сейчас уберу. Нахер, что я жду? Сейчас шуруповерты. Все, стрим сделали с арабчиком. Команду сидеть научились. О! Тебе дым, блядь! Спать! Луна, уйди оттуда! Ты сволочь ты такой, посмотри на него, а! Ты... Он к себе, иди быстро! Вот так вот, да... Кому-то дашь, доверишься, покормить даже. Вот так могут задраться, потому что, ну, тут надо резко, чтоб они тебя слушали. Был бы... И поэтому даже кормёжка питбули вместе, да? Вот Киара не доела, я охраняла. И вот так могут задраться, понимаете? Поэтому тут надо все моменты знать. Все, все, успокоились. А ну к себе иди быстро. Тут надо за всем контролировать, все понимать. Все с характерами. Так, Муси, да? Все, арабчик команду сидеть научился. Сегодня видео, наверное, короткое. Ой, пипец, какое короткое, да? Ну ничего, иногда и такие. Да. Все, ребятки. Арабчик вон лежит, сидит в тепле. Скоро будем заниматься плотно с арабом, по-любому. Нам нужен умный кобель, продолжатель рода дракончиков. Все, всем пока. А, пойду Муси сейчас сделаю. Все, пока. Давайте. Что-то я тупанул. Кими я сейчас посажу к Муси и все. Как раньше. Посмотрите, это что за кобель. Нет, Муса, нет, Муса! Муса, Валер, Мус, Ким, Валер, Муса, Валер, Мал. Так, а Багиру? Так, лишь бы без драк, надеюсь. О, эти мячи я уберу. За мячи могут подраться. Так, извиняюсь, что попрощался. Чуть-чуть. О, тут кровь Багирами. Да, о, вот это все сейчас Ким. Уйди, Кими, она сейчас съест это все. Убираем. Валер, бегом, Валер. Багира, Багира. Давай, Валер, бегом. Надеюсь, без драк. А то она течет, она может быть и раздражит. Ну пусть их повоспитывает. Пусть их повоспитывает. Она у нас серьезная дамочка. Ничего, тут серьезного ничего не будет, максимум цапнет. Будет воспитанный. Все, эти там. Все, теперь я... А то я думал, как, кого... Думаю, сейчас Багиру туда. А так они с толпой лягут и будет тепло. Все, 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 все хорошо. Ну все, вот этот Валер... Вот этот вот Валер с будкой, он тепленький, потому что здесь ветра нету. Все хорошо. Так... Ну все, вот вам еще чуть видео. Вот это вот все сгрызают потом Кими. Кими
с луной любят кушать, особенно Акими. А потом хожу, какахи убираю, и там эти вижу все моменты. А я все отдыхаю, ребят, тепло дома. Да что там, кто там? А, еще РЕН-ТВ показывает бои. Это кто? А, все, это еще не знакомый. Все, теперь надо холодильник открыть. А значит, что у нас вообще пожрать есть, извиняюсь. Яблочко есть, рыбка еще есть. Кефир уже просрочился. Видите, у меня холодильник. О, у меня Мадзуна есть, а хлеба нет. Ну ладно. А, я сейчас чай сделаю. Вчера на ночь, вот, с печей. Вчера на ночь покушал. И реально так тяжело проснулся, еле-еле. Извиняюсь, забыл попрощаться. Всем пока. Я не знаю, что это.